Ну как, нормально все? Отлично.
Ты маску взяла? Одевай. Лучше поздно, чем никогда. Ну, так это не заранее. Спасибо, что пришли. Мы наконец-то вместе. Рады вас видеть. Действительно, сегодня большой праздник, потому что выставка, о которой мы так долго говорили, наконец-то у нас открывается. И это спасибо, конечно, Сергею, спасибо маме, что вот они собрались, решились и принесли нам, предоставили работы отца. У нас на выставке представлено более 200 работ. Более 200 работ. Это я считаю то, что в залах, то, что за окнами, вы видели там, да? Тоже работы Владимира Борисова. То есть работы интересные, работы разнообразные, отвечают разным вкусам, и вы это увидели и поняли. Сейчас хочется предоставить слово Кудряшову Сергею Леонидовичу, временно исполняющий полномочия главы городского округа Прокпино. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Поздравляю всех гостей, жителей нашего города с открытием выставки «Город в лесу». Владимир Борисов – это знаковая личность для Прокпино. И его работы стали первым художественным отображением того, что происходило в годы становления. Эти работы позволяют нам увидеть город Прокпино глазами тех, кто стоял у истоков. Владимир Борисов – одаренный художник. За свою недолгую жизнь он сумел создать много талантливых художественных произведений, которые мы сейчас можем увидеть их благодаря его семье. Я хочу выразить слова благодарности сыну Сергею Владимировичу за то, что он позволил нам организовать и представил свои работы для организации этой выставки. Можно зачитать благодарность Борисову Сергею Владимировичу за предоставленную возможность познакомиться с творчеством вашего отца Владимира Борисова и увидеть наш город в период его становления. Аплодируем. Еще раз. Спасибо. Нет, куда? Где вы можете положить дальше? Немножечко надо рассказать о Владимире Борисове. Он родился 30 марта 1942 года в городе Артемовске Красноярского края. С 59 года по 64 год он учился в педагогическом Красноярском институте на художественно-графическом факультете. Будучи студентом, он неоднократно представлял свои работы на областные городские выставки города Красноярска. Его работы высоко ценили преподаватели, зрители и коллеги. Владимир много путешествует по стране и отовсюду привозит разные сюжеты. Он владел многими видами изобразительного искусства – графика, живопись, акварель, линографюра.
В августе 1967 года Борисов приезжает к нам в наш город и становится нашим первым, можно сказать, художником, который начинает оформлять наш город, учреждение нашего города. Здесь он работает в конструкторском бюро в редакционно-издательской группе Института физики высоких энергий. Он преподавал детской из-за студии Дома культуры нашего. Здесь присутствует его ученик Костя Тихомиров, который потом, наверное, вспомнит немножечко, да, о своем учителе. Нет, я помню. Ладно, ладно, еще дойдем до этого. Владимир Борисов внес значительный вклад в создание образа будущего города. Его графическими работами иллюстрировались издания, которые издавались редакционно-издательской группой НФВ. Календари, открытки, пригласительные билеты, проспекты и другая полиграфия. По его эскизам в опытном производстве института изготавливались значки, памятные юбилейные сувениры. Владимир Борисов много пишет. Ему подвластны все жанры. Его работа фантастическая, множество сюжетов, и выполнены они талантливо и на высоком профессиональном уровне. К глубокому сожалению, 9 августа 1973 года его не стало, всего-то прожив 31 год. Но какое наследие он оставил нашему городу? Светлая ему память. Мы мало знаем об этом художнике, но о нем очень красноречиво говорят его великолепные работы. Он участвовал в выставках с 62 по 67 год в совместной творческой выставке в городе Красноярске и в области, а в 70-72 персональной выставке в ДК поселка Протон. В 70-73 участие в городских и областных выставках Московского отделения Союза художников. И сейчас у нас же есть наши корифеи-художники, которые в той или иной степени соприкасались с его творчеством и непосредственно с самим Владимиром Борисовым. Кто у нас первый? Инна Александровна. Вот самый критерий главный. Нет, вначале, да, потом. Ну, для меня эта выставка, конечно, откровенная. Я действительно знала Борисова как человека, но совершенно не знала, как это сделать. Вот как-то не сложилось. Валентин, мой муж, он дружил. Он дружил с ним уже, ходили, писали, они там долго беседовали об искусстве, как всегда, не замечали. Выясняли, видимо, что такое настоящее искусство и так далее. Вот. Но, к сожалению, я как бы вот для меня... В аспирантуре ты же занималась, когда тебе? Что? В аспирантуре. Ты вообще обращалась в высших сферах, а мы-то здесь. И вот то, что сегодня, ну я вот уже приходила и видела работы, когда они были только привезены, поставлены, расставлены. Вот для меня это прям откровение. Такой хороший, настоящий, серьезный художник, очень профессиональный. И хочется действительно очень разнообразный, тут и портрет, и пейзаж, и, в общем-то. И то, что много работ посвятил Протвину, это тоже немаловажно. Я знаю, что Валентин писал, вот из всей нашей когорты мало кто пишет Протвину. Вот я смотрю, вот Валерий Борисов, да, много лет написал, ну, Валентин тоже. Именно в те времена, в восстановление. Ну что я хочу сказать? Мне кажется, вам надо действительно отдать вот должное, то, что вы все это организовали, потому что такое количество работ оформить, сохранить, конечно, все. Вот Володя подарил моему мужу две работы, две акварели. Я их как-то нашла, ходила, пыталась, значит, найти, но потом у нас был разговор, да. Но сейчас у нас произошел очередной заток в мастерской несколько месяцев назад, и мы там спасали все, и, в общем, я не могу найти. Пока это все где-то там лежит, и надо не только эти работы, эти акварели, но много другое, что я не могу найти свои работы, потому что все где-то в куче, все это чуть не погибло.
Вот. Ну, в общем, что я хочу сказать. Спасибо вам за эту выставку. Потому что я для себя открыла очень хорошую, очень профессиональную, которая совершенно 50 лет больше 50 лет живет это вино. И, к сожалению, вот такого настоящего картинского художника до сих пор не знала. Так что огромное вам спасибо, что эта выставка состоялась. Светлая ему память, да? Светлая память, да. Ну, художники, они всегда память... Да, оставляют, да. Работу. Оставляют работу. Да. Мама, а тут... к счастью, да, не дождалась этой выставки. Она в апреле, по-моему, да, ушла? 28 марта. Ну, вот тут есть на что посмотреть, внимательно пройти. Вот я так вот, на первый взгляд, по-моему, очень все это интересно и, главное, очень так крепко. Спасибо. Мне хочется обратиться к Елене Геннадьевне Просиной. Ой, не пошла. Туда же, да? Леночка, пожалуйста. Вы очень много общались с Сережей. Ну, с Сережей не так много. А с Максимом? Да, но я Сереге Сергею очень благодарна, потому что первый же вопрос, там, к нему обращение, позволило маме познакомиться. И Наталья Дмитриевна совершенно потрясающий человек, который, как сказать, она сотворчество такое осуществляла со своим мужем, они какое-то единое целое составляли. И по прошествии очень многих лет, после того, как она стала, он для нее оставался все равно живым, и присутствие она ощущала. И ей очень хотелось, чтобы его работы люди посмотрели. Слава Богу, Сергей, по-моему, она успела узнать, что выставка готовится, да? Да. Ну, моя роль не очень велика, я просто вот, это было связано с буклетом, который Федор, вы помните, тогда выложили в сети, и он оказался необыкновенно красивым, там были потрясающие гравюры, город молодой, красивый, свежий, в общем, очень захотелось узнать людей, которые это делали. Оказалось, что Сергей, ну вот пошло это все. И работать теперь перед вами. Спасибо, Сергей. Большое спасибо работникам выставочного центра, потому что это колоссальная работа. Все это разместить. Ну и потом эти работы почти 50 лет, да, наверное, лежали без движения. И, конечно, они требовали такого человеческого участия. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто на это обратил внимание. И нам есть чем гордиться. Продолжайте. Я хочу поблагодарить Елене. Она стала катализатором, который помог сдвинуть. Мы собирались, планировали, перекладывали, откладывали. А... Представляете? Да, Елена дала посыл, который заставил двигаться. Двигаться, шевелиться и, в общем-то, прийти к результату. Наверное, без вас бы что-то получилось. Спасибо большое. Я очень рада, что удалось это все сделать. Ну все, буду смотреть. Андрей Николаевич больше. Подожди. Андрей Николаевич. Вот сверчок Савкой. Вот мы ему дадим, все да, есть, ну, ладно, все. Он... Обязательно, мы его и нашли, и разговаривали. Нет, да. Это же такая компания была. Сейчас да. Столько лет прошло, я вот Володе моложе на 2 года. Если вспомнить, что ему было 26, то это же, может, представить, пацаны были просто. Я очень, ну, меня познакомил с Володей, конечно, Валентин Гаврилович Помилов, потому что они были это, они оба живописи, я там, по железкам больше, но все равно это компания. Мы в ДК там часто что-то общались, потом у него была мастерская там на... В третьем доме, по-моему. Да, как-то... В пятом. Да, вот, в подвале. Это... Ну, не знаю, что сейчас, но обо всех ушедших людях, как бы, всегда находятся только положительные слова. А тут вот о Володе говорить ничего придумывать не надо. Это был очень симпатичный, ну, вы посмотрите на его, так сказать, сынок, который был такой совершенно маленький, теперь такой дядька, стал симпатичный. А Володя был спортсмен, во-первых. Это мало кто знает. Он... То ли мастер спорта, то ли перворазрядник по спортивной гимнастике. Вот. Вольной борьбе. Что? Вольная борьба, спортивная. Вольная борьба, спортивная, да. Что, конечно, как бы не свойственно вот, людям искусства. А вот он такой, ну, с
себе сочетал. Ну, по работам видно, что это, ну, такой лирик. Это, представь, это совершенно молодой человек. Это же работа не его, не последнего года жизни, а за много лет. Вот. Я большой теплотой вспоминаю. Я помню его родителей. Такой отец у него в Орсе работал, красавец такой высокий, мама такая. Портрет его там. Да, да. Мама небольшого роста, такая тоже очень обаятельная, душевная женщина. Собака Коли. Коли была, собака рыжая такая. Да. Это у Натальи, у вас была, да? Позже, да, это. Ну, светлая ему память, я поздравляю всех, и вы большие молодцы, конечно. Еще раз. Спасибо. Благодарна. Спасибо. У нас есть Игорь Станиславович. Он с занятий убежал. Мы гордимся этим. Я что, убежал с занятий? Вы знаете, я впервые услышал имя это Владимир Борисов в 83-м году. Я приехал сюда в 83-м году, уже после 10 лет, спустя 10 лет после того, как он ушел, я работал в Доме культуры, мне не рассказали. А потом мы просто принесли и показали вот этот буклет, о котором сегодня говорили. И мне очень понравились рисунки в нем, и понравилось то, как человек графически осмысливает и представляет на соцзрителей обычную будничную жизнь города. Она у него такая пронзительная получалась. Все вот эти пейзажи, знаете, вот есть такой сборник эссе у Мандельштама, называется «Шум времени». Это автобиографические эссе, в которых в основном, в общем-то, не об авторе говорится. И не о его автобиографии, а о окружающем мире. Так вот, что меня поразило, и сейчас, когда я посмотрел выставку, и, в общем, тогда уже в этих рисунках к буклету, это умение его схватить воздух времени, ощущение времени. Эти работы, они целиком в 60-х годах. Это совсем неплохо. Это очень здорово. И чем больше времени проходит с этих 60-х лет, тем они, да, они как хорошее вино настаиваются и становятся сильнее и крепче. И вот эта живопись, которая висит, эти широкие мазки, это манера видеть, манера переносить на холст. И особенно его графика. Мне это близко, я с интересом на это смотрю. Лина, гравюры, рисунки, туши. Это замечательно, это просто замечательно. И вот это как привет оттуда из этих 60-х. Потому что он ушел рано, действительно, он ушел в начале 73-х. И от более позднего времени в этих работах не очень много. А 60-е там живут, и мы просто можем ощутить их аромат и вкус. Так что спасибо вам за то, что вы это все сохраняете. Спасибо. Виталий Петрович, спасибо. Это, конечно, достал. Я в 1972 году приехал, мы где-то примерно год общались. Но только начали дружить, договорились отсюда, все. Работать собирался он мне показать. Вот. И у него там самый ремонт начался в одном пятом доме, что-то какие-то дрязги пошли там. Вот. И, так сказать, ну, вот я вижу очень много просто тех работ, которые я вижу. Но действительно, он оставил время. Время вот остановил то время. Мы уже по нашим работам это какие-то, знаете, что-то мы выбрасывали. Все мы живем новым, все с завтрашним днем. А здесь вот вчерашний день, но тот настоящие теплые дни, настоящие, тогда дружба была другая. Сейчас мы вот так это общаемся, я не знаю, редко, больше по телефону. А тогда мы вот на его без спроса заходили, приходили в мастерские. Сейчас нам здоровье не позволяет очень общаться. Позволяет, все позволяет. Просто у нас и время другое, и мы больше заняты стали. Вот, ну и... Разобщили нас. Ну и по-другому просто мы плотно работаем. Раньше, ну сегодня не делал, завтра делал. Нет, не было проблем, вообще не знаю. А сейчас уж ты сел за работу, ее делаешь. Поэтому, ну, я очень рад, что был в жизни с ним знаком. Большое впечатление оставил. А потом он где-то даже, я Енисей осваивал. Мы, так сказать, в каком-то плане земляки, что ли.
Вот, было очень приятно с ним общаться. Ну что же, жаль, ушел. Ну, в самый расцвет, вообще, и ушел из жизни. Это очень печально. Очень печально и то, что у нас до сих пор вообще, ну, при Кривичком хотя бы музее комнату или комнаты сделали для изобразительного искусства. У нас же настолько художников, столько работ, столько уже ушло художников, уходит и уйдет. И у нас до сих пор ничего нет. Это просто для руководства города, ну, безобразие. То есть нас уважают, знают в Московской области, не только в Московской области, но и во многих городах России. Особенно вот Федор вообще пропагандист продвинул, я не знаю, он всю Россию объехал вообще. Вот. То он, по-моему, сегодня или вчера вернулся, вчера, да? Вчера вечером. Вот. Поэтому очень жаль. Вот, спасибо, Сереж, что вы сделали такую выставку. Ну, спасибо. Но могу сказать, что в печальный день родился наш замечательный художник Андрей Николаевич. Спасибо. Сегодня. Вчера. 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 Да. Ура! Ну и, конечно, друга, да? Свершков Вячеслав Федорович. Да, я был его другом с первых дней моего здесь, моей работы в Протвино. Вот я приехал в апреле 70-го года, и буквально вот той же весной меня с ним познакомили, мои начальники познакомили с ним, как со старшим товарищем, как с опытным специалистом. Вот, ты у него, Слава, подучись, нам это пригодится, и, в общем, пошло-поехало, и все эти три с лишним года мы были неразлучны, вот, до последнего его дня. Давать оценку его прекрасным работам я не буду, поскольку здесь собралась в основном творческая компания, которая разбирается в этом, лучше любого из вас. Скажу просто о нем, как о друге, как о человеке с большой буквы, с замечательным, бесподобным другом, добрым, отзывчивым, готовым прийти в любую минуту на помощь. Ну, в общем, настоящим другом, таким, какого я желал бы любому и каждому. Вот. За что бы он ни брался, будь это творческая работа, будь это какая-то общественная нагрузка, все с полной ответственностью делал, так, как он умел. Вот. Мне всегда это в нем очень нравилось. Ведет ли он и за студию, просто замечательно, приятно смотреть, поскольку сам и за студию проходила не одно, знаю, как это все делается, и как это непросто, но у него выходило просто великолепно. Вот. Частенько я с ним выходил на этюды, и хочу сказать в этой связи, вот по моей, например, натуре, я буду ходить, выбирать, а что же мне здесь вот самое интересное, а что здесь как. Не, он с налета, буквально подходим к реке, не прошли там 20-30 метров, он говорит, вот я здесь и встану, вот это меня вполне устраивает. И раскрывает этюдник, быстренько картон, холстом он не увлекался, картонки, это проще всего, у него их, ну, масса заготовленных была. Вот. И так это все у него легко и просто получалось, но зато такие сочные, такие чудо, что глаз не оторвешь. И это было всегда. Я ходил с ним очень часто, очень много раз. Вот на городских, конечно, вот в городских работах, это я, если может, там один, два, три раза было, так вот, на природе. Бывал частенько. Вот это то, что касается вот его
творчества, связанного с искусством, живописью. Но вряд ли кто знает, что он еще очень любил поэзию. Особенно поэтов фронтовиков. Например, Василия Федорова, Булата Акуджаву. Конечно, и Есенина, и вплоть до Маяковского. Вот. И на мою память несколько раз он собирал вечера поэзии. Это проводили мы в Колоске, там в какой-то зальчике, я уже сейчас не помню. Вот. И молодежь с удовольствием. Красный уголок назывался. Вот, с удовольствием приходила, с удовольствием занималась этим делом. Ну вот, в таком духе примерно. Спасибо за воспоминания. Спасибо, говорю, за воспоминания. Спасибо. Вечная память, добрая память о таком друге у меня останется в душе и в сердце на всю жизнь. Спасибо. Владимир Николаевич. Вот с удовольствием, честно, пару слов сказать. Молодец. Вот я вообще в противоносу по сравнению с аксакалами и корифеями недавно, так сказать, да. И приехал в 89 году, а об этом человека узнал вообще неделю назад. Вот я там проходил мимо, смотрю витрину, и вот совершенно тут мало что можно добавить к тому, что сказал вот Игорь Станиславович Фоменко, потому что меня вот с витрины, вот этот свет и воздух, я зашел сюда, посмотрел, вот, и вот этот вот, на мой взгляд, время, лучшее время Советского Союза, пик вообще, наверное, его любой, там, и моральный, и какой угодно, вот эти 60-е годы, и вот он, вот 61-й год, 19-20 лет ему, Гагарина, да, то есть, вот, и вот вроде бы тут нет, как бы, темы там, ну, какой-то индустриальной и прочее, но вот этот вот свет и воздух этого времени, вот тут с его работ, конечно, он вот светит просто. Особенно мне нравятся его акварели. Вот мне кажется, прирожденный акварелист совершенно. Настолько акварель его любит. И вот такая вот классная, очень сильная школа советской акварели. Вот в лучшем, то есть, ну, безукоризненная акварель. Просто чудная совершенно работа. И сам по себе, вот я зашел, увидел стенд, вот этот, вот еще он еще лежал. Похоже, был очень красивый человек. Красивый. Такой вот, какое крепкое лицо. Мужчина. Да, то есть вот такой вот. И смотришь вот эти фильмы, да, там, мне 20 лет, там, вот. Кадры из фильма, понимаете. Так что, ну, и хотелось бы поблагодарить всех, кто делал выставку. Вот, потому что я знаю, что сотрудники зала тут здорово вот, поработали. Вот, и поэтому большая вот от меня лично благодарность, потому что классный художник, вот действительно человек этого времени. Спасибо. Спасибо. Кто еще будет? Пожалуйста, Юрий. Да, Юрий Гаврилович. Кучинов Юрий Гаврилович. На меня много что сказали уже хорошего о художнике. Я из Серпухова, но меня мало кто знает. Недавно ваша выставка была. Я такой секретный художник, сам по себе живу. Поэтому вот, первый раз я узнал о Борисове этой весной, когда я делал свою выставку. Я удивился, когда мне показали, руководители зала показали работы. Я думаю, ну что такие работы где-то существуют. А я сейчас люблю советскую живопись, но 60-х, 70-х годов, мне кажется, было развитие именно реализма, вот этой советской такой живописи, светлой, ясной, простой, легкой, но в то же время очень выразительной. Мне это поразило, я решил, что будет выставка, я обязательно приеду. Вот и я здесь, к сожалению, смотрю выставку, но она будет всего месяц. И я не знаю, другие художники приедут ли, потому что я никого не вижу сейчас. Приходится много работать сам по себе. Вот. Ограничения сейчас, поэтому. Да нет, поэтому просто видно информации мало. Не, мы звонили в Серпухов,
Узнали, что Бондаренко умер. К сожалению, да. Мы вместе с ним выставляли Серпухой в одно время, да, в марте. И вот, к сожалению, он умер. Да, хороший художник был. Я называю его, простите, я уже сейчас немножко пришел другой, другому художнику, да, но тоже память. Память тоже, да. Память. Это был последний классик в Серпухове художник. Вот, тоже мы ищем память. Бондаренко. Теперь о Борисове, о вашем отце. Когда я увидел эту работу, я поразился. Они настолько просты в своем исполнении, настолько легки в цвете. Это чистый поэт, это, в общем-то, музыка в живописи. А я еще когда начинал, вот здесь многие художники, они периода так советского тоже начинали. Я знаю Виталия Петровича. Софья других они не знают. Мы начинаем с советского времени. И я помню, когда я, почему я стал художником, когда я положил на холст, пришел в студию, положил на холст тот советский, подольский, тот голубовато-сероватый, вы, наверное, помните. Вот. Положил охру светлую, и она звенела чистым золотом. Я не мог оторвать взгляда, я заинтересовался и начал заниматься живописью. Если бы не занимал, если бы я это не учил в то время, я, может, сейчас и не был бы, и не видел бы этого хорошего художника. Но для меня это сам надо, что быть здесь и смотреть эти работы. Думаю, что еще в Церковичи приедут. Спасибо, что мне дали тоже сказать пару слов об этом художнике. К сожалению, я его не знал. Да? Но зато работа его живы, да? Спасибо опять себе, что сохранили. Надеюсь, что они протянув сохранятся, да, чистое украшение коллекции протинских. Протинской коллекции. Спасибо вам. Спасибо. Кто еще хочет сказать? Есть желающие? Нет? Вик, пожалуйста, да. Он стоит всегда, я его. Хотел сказать, что помимо живописи, которая действительно хорошая, я смотрю за тем, что вы выкладываете, что интересный фотограф был. Он оставил замечательную фотогалерею Серпухова, Протвино, Львова. То есть фотографировали. И это действительно уникальные снимки. Там, мельница, которая... Мельница 70-го года с этими еще колесами там лежащими. То есть это замечательно, что он оставил архив, фотоархив, и я наблюдаю, и мне это интересно. Ну, ты говоришь, застал. Живопись и графика. Все рассказано замечательно. Спасибо. Ну, раз никто. Костя. Владимир Ильич. Вы спрятались, но я вас вижу. Пожалуйста. Ну, я просто рад, что вот увидеть можно этюды. Редко, когда художники показывают законченные работы в основном. А здесь такие... И само вот то, что был первый художник здесь, появился, когда начал строиться город, институт. И как-то он оживил, наверное, здесь жизнь своими работами. И что еще интересно, что сохранить работы столько лет, надо узнать, как это они сумели. Трудно было. Нам надо будет тоже как-то сохранять работы. Он расскажет. Ну и работы, конечно, интересные, они живые, они все натурные в основном. Разные уголочки там, где-то строитель, где-то кусочек там железной дороги. Его все интересовало. Видимо, он с раннего детства начал рисовать. Я не знал этого художника. Но работы его очень хорошие, очень такие живые. Надо смотреть, наверное, нашим детям. Пусть приходят и смотрят, и учатся. Обещали приводить, да, учеников художественной школы. Ну и говорили, ну и спасибо вот его сыну, да, что все они сохранили. Ничего не попортилось, не подмокло нигде, все это пролежать 50 лет с лишним. Да. И, конечно, то, что он прожил очень мало, это фактически он только закончил, может быть, в это время институт еще где-то, да, в эти годы? Нет, он 62-го, наверное, закончил. 64-го. Да, только закончил. А 73-м уже не стало в начале года. Ну, конечно, жаль. Жил бы этот художник, появились бы, наверное, большие, хорошие произведения.
самые разные темы. Спасибо ему за это искусство, и вам спасибо, что вы все показали. Спасибо. А вы знаете, я хочу напомнить, вы, наверное, помните, в Протвино был такой замечательный кафе «Пингвин». Да. Помните? Да. Его работа. Вот, оформлял, да. Папа оформлял. Это перед остановкой. Да, теперь уже нет. Благодарность. Выражаем глубокую признательность Сергею Владимировичу Борисову за помощь в организации и проведении персональной выставки, посвященной творчеству протвинского художника Владимира Борисова «Город в лесу». Благодарим за бережное отношение и сохранение культурного наследия художника. Выставка стала красивым подарком жителям нашего города. Председатель Совета депутатов городского округа Протвино Рыбаков Геннадий Степанович. Спасибо. Спасибо вам, что вы все это дело смогли благородить и преподнести. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за память. Наташу жалко, что не дождалась этой выставки, потому что мы с ней много, наверное, года три мы с ней как-то это все обсуждали. И, наконец, вот Леночка сподвигнула, все это закрутилось, завертелось, и выставка состоялась. Хочется сказать огромное спасибо сотрудникам выставочного центра, потому что, представляете, какие некоторые работы были, да? И надо было их облагородить чуть-чуть как-то, вот что-то сделать, оформить, и все это суметь преподнести вам. И Сережа, ну извини, что я тебя так называю, да, ты меня сын называет. Вот. И Сережа, вы знаете, когда он пришел, уже выставка была готова, а он еще принес. И нам хочется это показать, но мы постарались. Ну что-то, извини, на полу, что-то, да, на батареях. Что-то мы еще за окна распределили там, но хотелось показать как можно больше. Всем огромное спасибо. А еще можно? Да. Сергей, я на ВКонтакте завел группу, и он туда сгрузил почти все, что успел сфотографировать. А вот этот буклет, это тот самый буклет, с которого все началось, публикация появилась в журнале, и теперь вот выставка тоже так называется, «Город в лесу». А оцифровал его и дизайнировала, ну, не любит она это слово, сделала, да, весь дизайн выполнила. Вот Мария Кузьменко, молодой дизайнер. Ну, сейчас посмотрим, никто никуда не расходится, да? Потом будет рюмка чая. И потом еще в подружке. Ну, это будет уже, да, но в стоп-режиме идти. Может, свет как-то? Можно центрально здесь сделать. Давайте, Видите, как красиво, он прям как Thank you.
Продолжим. Давай. Это очень мудрое решение. Мудрое? Я сказала, я не хочу.